Всем привет! С вами канал Лев Лайф. Я уже приехал к папе на мопеде. Значит, мы сегодня отправляемся на печку. Печка будет не в Таре, печка будет в Междуречье. За нами приедет человек на машине. Мы погрузим инструмент и отправимся уже на место. Папа уже выставлял туда, ездил котел с Чекрушанца. Вот. Поэтому сейчас поедем уже делать дальше трубу с котла. Так что смотрим видеоролик, сейчас изгоняем мопед, и скоро уже подъедет за нами машина. Так что смотрим видеоролик до конца, будет интересно. Едем вообще в деревню, так что смотрим. Приятного просмотра. О погоде на волнах радио 3. Сегодня в Омске днем облачно с прояснениями. Ветер южный, порывы до 11 метров. Температура воздуха плюс 34 градуса. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. Сейчас погода на облак. Да. Никого нет. А ты сегодня не снимаешь? Я снимаю. А ты все сидишь, снимаешь дорогу? Да почему? Я не всю. Так местами. Дорога меняется. Со временем. Тут уже вот отпиливают, отрубал даже с топором. Проехать не могли. Ну, вон лежат все подряд. Повсюду, ну, повалилось. Вот как раз вот эти лежат, молоденькие. Но... С корнем прямо вывернула. И там все подряд. Все. Деревья лежат. Вам вот эти тоненькие как раз лежат, да? Повалилось. Все, приехали на место. Котел Чекрушанец. Приварено прям до арматурины. Место. Папа уже выставил его. Сколько дней назад ты выставил? Недавно же. Два дня назад уже все сварили, а там полностью. Ну, готово было. Надо только котел приварить. Такой, да. Кирпич такой, смотри, ни разу только не видел еще. Видел? Видел, я же здесь был. Не, просто что это? Такое интересное. Кирпич. Какой котел. Что, разделка маленькая, да? Его не брали? Или нормально-то мерял? Маловато. А здесь у нас все есть. Ладно, она есть. Ладно, все переодеваемся, будем делать. Доделали печку, затопляем, на улице очень жарко, и печка еще сырая, маленькая. Тяжело идет, еще ледяная вода в котле, все сырое, холодное. Такая... Труба тут, разделка. Сейчас на улице покажу. Че, идет дым? Ага, идет, давно уже. Ага. Труба квадратная. Тяжеленная. Толстая труба вообще, хорошая. Ну ладно. Хорошо, тогда. Нормально идет трубу, хорошо. Да, нормально. Понятно, подгоняешь, посохнет быстрее.
Все же плиты не отпарыш. Уже не задеть. На нем как-то что-то или гвоздь какой-то воткнуть или что. Перегибай. А вот есть гвоздь? Не получится так рукой. Кирочку, на? Да зачем? Не получится. А, так? Не воткнешь. На пол не побежал. Ну, должен быть расширитель потом. Ну, кран открытый. Здесь краны открытые. Насос еще не подключен. Без насоса будет работать? Да, конечно. Так-то вроде на уровне примерно он стоит. На уровне чего? Батарей. Ну, попутка системы попутная. Приехали на Иртыш, уже у нас 8:30, людей очень много, не думали, что так поздно будет много людей, потому что сегодня воскресенье, как бы людям на работу надо, все такое, думали, что меньше будет народу. Проехали маленько дальше, на Екатерининскую переправу, вот, там люди купаются повсюду, очень много людей, тут тоже немного, ну тут меньше, там вообще такая тьма, там столько машин. Лёвыч с нами, Кристина. Лёвыч играет опять песочек с водичкой там. Делает себе ямы и в них наливает воду. Я тут развел немного костер. Сижу рядом с ним. Подувало такое сделал. О, смотрите, тянет. Горит очень хорошо. Потом все прогорит. Затушу песком. На ноге это комар, Кристина. Вот. И смеется пацан. Вот. Хотели еще с металлоискателем походить, но пока народу очень много, не будем. Может, попозже сейчас уедут, люди разъедутся, можно будет немного походить. Но пока что очень много народу. Ну так, да, ну тучи идут, кстати, смотрите. Там что, идет паром, что ли? Пароход идет. Сейчас пароход дойдет до нас, тоже вам покажу. В общем, так-то прикольная атмосфера. Классная, да? Выехать так на природу вечером. Сосиски жарить. Мы, кстати, сосиски с собой взяли. Будем жарить сейчас. Тоже вам покажем. Вот, так что не переключаемся. И все самое интересное на канале Лев Лайф. Да, Левыч? Лев, привет-привет, махай. Нет, Лев сильно увлечен. Он со своей ямки переливается в ведро теперь, наоборот. Я маленько еще тут сухих дров набрал. Это мы с собой взяли березы. Тут маленько еще набрал. И он тащит сюда. Лёва, ты хочешь тушить, что ли, костер? Нет, в тапке льёт. Огонь, да, там, Лев? Огонь. Вот так вот он выливает водичку. В общем, Лёве весело. Комаров только тьма, вот это плохо. Ну, возле костра сидишь так, дым дует сюда. Тогда поменьше. Что, хорошо на стульчике сидеть? Да. Все удобно. С собой еще взяла, кстати, не сказала, рыбацкие принадлежности, спиннинг там, все такое. Осталось найти грузило. Грузило надо найти, там слабое грузило стоит, очень легкое, течением унесет его. Вот, так что, может, попозже закину. Червяков накопал, все такое.
Ладно. Как бы что-то интересное буду снимать. Смотрим. Так, сейчас снимаю реакцию льва на пароход, теплоход, на корабль. Кто? Исправьте меня в комментариях. Смотрите, какой большой идет. Он плывет, он. Что там? Воды надо? Что, блин? Смотрите, какой большой. Да, машины потихоньку уезжают. Импровизированная баня. Да, это баня. Стрейч пленки делают баня. Смотрите, какой идет. Теплоход или как это называется правильно? Сейчас посмотрим. Что там тебе? Ревгат Султанов. Ревгат Султанов зовут? Ну я знаю, что у них каждого название есть. Ого, алло. Ну, какой большой. Да. Ревгат Султанов дудит. Пугает меня. Я так смотрю, вообще удивленно. Ах, алло. Кто-то пошел. Тут свистит с этой. Ну. Так вот так вот. О, какой большой. Большой, да? А еще здоровенный. Плывет. Нет, оттуда свистят. Это женщина свистит. Да. И там кто-то кричит, да? Я тоже не вижу ни одного человека. А кто-то кричит оттуда, да? Где? Вообще здоровенный. Он, видишь, толкает. Вот этот толкает перед, вот эту переднюю. Там вот сзади двигатель стоит. Ну, по течению, потому что. А вон сзади люди сидят, вон, да, как будто? Люч, вообще. Там, там. Туда, да. Жить на нем, и люди живут на нем прям, как дома. Лёва кинул, блин. Дети тоже все интересно всем. Мы сидим, кушаем, точнее уже почти все съели. Сосиски приготовили на костре. У нас есть колбаска. Есть помидорки, огурцы. Лёва сидит, ест. Чаёк, мажитель. Шоколадка Лёвка ест. А? Это уже наелся. У нас костер уже прогорает. Люди постепенно рассасываются. Время уже 21:02. А, посмотрим, что дальше будет. Кристина пьет чай с шоколадкой. Нет. Просто пьет чай. Лёва сидит. И идет, смотрите, какая туча на нас. Люди уже постепенно начинают уезжать. А Кристина тут нашла еще несколько полешек, да? Четыре штуки. И самое то, смотрите, прям хорошо горит. Да, только не кидай туда лопатки. Не, он что не будет кидать, для чего ему? Горит костер. Все хорошо. Сидим дальше. Ждем, ожидаем. Левыч рыбачит. Левычи скоро 2 года, он уже рыбак. Да, Лёва? Стесняется. Ты вернулся или что, смотришь? Бими, да. Так вот он рыбачит, спиннинг. Домка стоит. Червяки все протухли у нас. Протухли, а приготовились, сварились. Опа. Колокольчик, все как надо. Да, Лёвыч? Пускай лежит, пускай лежит, ага. О, гром, Лёва, гром там вообще. Ну, все, машины уезжают, у нас костер там горит.
Капает дождик. Пакет красится. Правда? Дождь пошел. Ага, дождь пошел. Пойдем в машину прятаться, бегом. Прям дождь вообще хорошо пошел. Пойдем в машину. Мама. Что, пускай стоит пока. Может, что поймается. Ждем рыбу. Готовить будем рыбу, запекать. Жестко, конечно. Червяков всех насадил, они все вареные. Ну как сохранить их? Надо куда-то холодильничек какой-то их или куда, в термо это, сумку какую-то, чтобы... А что ты пока, пускай я сюда его. Пока не особо же дождя. Услышим, если звенит. Эта музыка играет рядом. Ну ничего, уже темнеет. Как вы можете заметить, там, кстати, баня. Баня вон стоит. О, тут тепло. Вообще хорошо. Теплота. В общем, классно. Выживание. Вон, червяки все протухли у меня. Сварились. Гром там вообще. Гром. Слышите вообще, как сильно. Но пока не сильно, ведь дождик капает. Поэтому мы сидим на улице и потом залезем в машину, если что. Сейчас люди все будут убегать отсюда. Так уже людей мало стало. Смотрите, вообще почти что нету. Вообще нету практически людей. Все уезжают, вон, сваливают. Нам это хорошо. Лёва сидит. Лёва сидит. О, костер. Наконец-то мы этого дождались. Никого практически нету. Ты иди, где хочешь, гуляй. Кристина уже ходит с металлоискателем. Время у нас 22:00. Смотрите, еще чистота у нас. Там еще немного люди купаются и отдыхают. Левочка уже такая модная футболка большая мамина. Чтобы его комарики не кусали, побрызгали футболочку. Саму футболочку. И все. Блин, мошка прям в голове. Дурела мошка, да, Лёва? Он играет с квадроциклом. Квадроцикл. Куча пробок накидали. Смотрите, какие люди. Свиньи у нас проживают. Вон сколько мусора. Всякие стаканчики, бутылки из-под шампанского. Просто бутылка из-под воды. Это сок вишневый. В общем, пробок куча. Вообще. Вот, видите, Лёва, кидай туда каку. Кидай. Все, Лёва, не надо подбирать, да. Как это? Ну, что найдем, если что найдем. Покажем. Если не найдем, то видео следующее будет, скорее всего, как мы уже уезжаем отсюда. Так что ждем, когда Кристина что-нибудь найдем. Мы на нее рассчитываем, да, Кристин? Рассчитываем на нее. Так что ждем, когда она что-нибудь найдет с Лёвочем. Как только находит ювелирку, уезжаем домой. Все. Ладно, пускай ищет. Go! 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 Go!